Волонтеры Победы помогают в организации общенационального конкурса «Великие имена России». Он проходит в 45 городах нашей страны. Цель – присвоить имя аэропорту. В сочинском списке 10 имен. Это деятели науки, медицины, авиации и космонавтики. Сейчас уже второй этап конкурса. Активисты на территории аэропорта и в торговых центрах информируют жителей и гостей Сочи о конкурсе и о возможности внесения в лонг-лист любого имени. Реакция разная. Кто-то предлагает ради шутки свое имя, да, или своего родственника. Вот. Ну, мы как бы говорим, что это все-таки серьезная акция. Здесь нужно подумать. Ну, многие предлагают основателя парка Ривьера Хлудова. Да, его, к сожалению, нет в этом списке. Я думаю, что мы его, не мы, а общественная палата, возможно, внесет его в этот длинный список лонглист. Список не окончательный, его можно дополнить, предложить другую кандидатуру и отправить предложение до 7 ноября в официальную приемную Общественной палаты Краснодарского края. Электронный адрес сейчас на экране. С 12 ноября к этой акции присоединятся пассажиры железнодорожного транспорта. Волонтеры будут работать на ЖД вокзале и уже предлагать для голосования список из 3 кандидатов, набравших максимум голосов. Проголосовать сейчас можно и самостоятельно на сайте великиеимена.рф. Итоги будут озвучены Общественной палатой России 5 декабря.